Телеканал ТВ-3 в 2020 году презентовал сериал «Документалист», который расскажет о жизни одного парня и двоих его друзей. Женя Морозов долгое время пытался реализовать себя в качестве видеоблогера, но попытки снять стоящий фильм ему не удавались. Количество зрителей, просматривающих его канал, не устраивало парня, и он решил пойти другим путем, попросив помощи у друзей. Продолжение драматического сериала «Документалист» на данный момент не анонсировано, но зрители надеются увидеть новые серии в конце 2022 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.